Что-что? Не, ну пусть будет инициативная группа, она не помешает, конечно. Все-таки собираете... Инициативную группу. За раз. Кто против? Есть против? Показываешь, что ли? Да, да, да. Да, державшиеся есть? Один. Кто? Стас, ты воздержался, да? И вот, два человека воздержались. Ну, это... Тогда что? Кандидатуры. Давайте сначала кандидатуры, кто в инициативную группу предлагает. И надо будет, чтобы люди, которые здесь присутствуют, а это же ваша зарегистрировали тут фамилию, адрес, телефон. Ну, чтобы это вот... Пока я не хорошо? Осознаю. Давайте, какие предложения по инициативной группе? Какие предложения по инициативной группе? Ну, я думаю... Ну вот, вы войдете. Я не знаю, времени. Ну, люди справляются. Вас надо. Вы по-любому. Вас надо по-любому, чтобы вы могли оставить. Ну, я не возражаю. Если вы мне доверяете, я не абсолютно правильное решение. Надо сначала определить количество... Сколько человек? Количество людей в инициативной группе. Ну, сколько у вас в гараже было? Вы у вас начинали с 20, закончили 5. То есть 5 человек. 5 человек – это нормально. Кто может, ребята, у кого есть возможность поднимите руку? Не каждый. А вы пустите саквояжи с системой. Как я понимаю, да? Точно так же, как и вы. Помните, с той стороны. Надо понимать, что я немножко потратить на это.